Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон и Only First. Всем привет. Мы продолжаем играть Dead Island Riptide. И бежим же сразу к вертолету, чтобы найти себе оружие. И защитить. Да, потому что в амуниции мы сейчас очень-очень нуждаемся. Да, защитить так. Лагерь. О! Да, что-то мы не сюда побежали, да? Смотри, какой-то прием. Я случайно нажал. Ладно. Давай. На бегу. Нет, обычный вроде бы. Да нет. Ну, со стороны я тебе говорю просто. Ага. Пол выносливости растрачивает, но зато кажется, ну, я понял, что-то... да, коронный какой-то удар, да? Лодочка. Так. Нету лодочки. Угу. Я понял, сейчас. Значит, бежим мы куда-то. Куда? Прямо. Да, нужно на лодку поначалу, естественно. Ну, её найти нужно. Да, а была тут, да, когда-то, когда мы приехали? Да, наверное. Главное, чтобы да, вот это. Эти не ожили, они мертвые или притворяются. Да, нет, ну по-любому притворяются, лучше их сразу же обходить. Хоррор. Охренеть, напугал. Давай сразу же вот этого вот добью, потому что вот он есть, убил. Затоптал себе плюс зараза. Это выглядело, конечно. Ты уже хрен меня напугаешь, тебе я уже пристрелил. Да. Лучше обходить их, и все будет нормально. Вот так, тут мы были, я помню, да, еще с прошлой добирались. Ну нам вот сюда, там лодка есть. Да. Да, в принципе, если мы бежим к лодке, то там уже и... Да 115 метров, в принципе, даже лодку не нужно брать. Ну нам и так в ту сторону вроде. Да. Побежали. Тут вот мостик, да, на прошлой серии мы, собственно, тут выполняли что-то. По этому мостику, кстати, и бежали. Есть лут, смотри. Вот на этом островке. Угу. О, лодка. Так, подожди. Садимся или нет? Да. Нет, можно, в принципе, и пешком пойти. Знаешь, а, да нам, в принципе, думаю. Тут уже и не нужно. Да, я же говорю, тут очень близко уже. Так, путеводитель по острову я нашел. У меня уже 8 штук собранных путеводителей. Неплохо. Я не знаю, вот сюда нам... Так, подожди меня немножечко. А, да, я думаю, там есть коротка какая-то. Да, я не знаю, можем ли мы вот сюда забраться. Так, главное, чтобы эти два зомби не сагрились, один забаговался. А, можно, можно. Да-да-да, секундочку. Тут вертолет уже. Только подожди, смотри, лежит и ждет меня. Хотел укусить, но все. Так, есть. Я бегу к тебе. Угу. Спокойно, сейчас и этот сагрится. Ты ярость не забывай включить на букву Z. Когда много зомби, я тоже еще ни разу не включал, но она у нас есть. Так, спокойно. Ух ты! Здесь тут еще лут. Зомби. Отлично, плутал. О, граната. Так, как ты сюда тут забрался? Да, по камням. А, прыгал просто, да? Неплохо. Да. Ух ты, пушечка. Так, я забрался. Так, сзади толстяк. Давай его убьем, пожалуй. Там он не сильный. Да, он даже не сильно бьет, поэтому. Есть. О, новый уровень. Так. Смотри, какие тут пушки. Ничего себе. Так, а ну давай попробуем. Давай, может, сначала вот этих перебьем. Так. У меня просто сломано и. Ничего себе такой пулеметик-то. Да. Так, ну с ним не попрыгаешь, не побегаешь нормально. Вот я иду, слышишь, еле иду. А ну давай-ка я попробую выстрелить. А, так, собственно, он даже. Практически не стреляет, то есть видишь, это, что знаю. Такое, да, это какой-то, я не знаю, ну, просто им нужно образ, да. Принеси им, да и все, они там разберутся. А, ну давай, ладно. Сейчас, тут так, что-то. Неустановленный пулемет. Ну ладно, возьмем, только как мы его будем таскать, вот на такой вот скорости, ты просто попробуй его взять, и ты поймешь, пока мы туда что дойдем, это боль, то да. Это сдуреть можно будет. Так, нужна срочно лодка. Не понимаешь, что на таких пулеметах как бы... Не, удержать хорошо, да. Не, да, разнести можно все, но их туда еще донести нужно. Так, а патронов, представь, сколько такая машина требует. Ну да, за секунду там, хрен ее знает, сколько она там выстрелит. Так, и ты не забывай, сейчас будет еще на нас агриться, хорошо, что мы поубивали парочку. Куда? Так, лодка, ну, я думаю... метров... О, лодка вот там спереди есть. Да, только есть. Смотри, два зомби впереди по курсу. Давай вокруг этого островка обойдем с правой стороны, да. Угу. Я надеюсь, чтоб... пулемет можно на лодку поставить. А, кстати, было бы неплохо. Я тоже об этом думал, только что ты просто мои мысли прочитал.
Так. По идее должно. Да, да, можно, можно, можно. Угу. Отлично. Мы так эпично возле дождя, понял? Да. Точнее, во время дождя это все делаем. С пулеметами. Так. Садись. Сажусь. Минутку. Все, сажусь. Так, есть. 144 метра. Лодка с пулеметами. Так, уже согрелись. Главное, чтобы не прицепился. Да и в принципе тут мало. Я нифига не вижу, я не знаю. А направо, направо, направо. Направо. По-моему, да. Дождь такой. Прямо. Ни хрена не видно. В принципе тут. Так, все, останавливайся. Вот тут вот мы были же, да, по-моему. Там даже наши люди есть. Да, сзади, сзади. Нет, смотри, 90 метров нам нужно плыть. Значит, подожди, что-то не то. Мы не туда завернули куда-то. А просто среди дождя вообще ничего, ни черта не видно, я бы так сказал. Я поэтому и спрашиваю. Посмотри на карту. Так, направо. Направо. Подожди, давай, давай. Подожди, ко мне зомби прицепился просто. И просто невозможно его сейчас никак убить. А, есть. Садись. Минутку. Воу! Садись. Что это такое? Да, а подожди, подожди. А все горит, я просто ничего не понял. По сути дела. Так, меня убили. Нахрена ты вылез? Ну нахрена? А меня зомби скинул, дело в том, что их было двое, и они не скинули. Ничего себе, я тпшнулся просто на мостике, подожди, сейчас сделаю. Сейчас мы все подохнем и не знаю, как... Нет, все нормально. Так, ну что, я пришел. Тихо. Пулемет взял, не знаю зачем. Да, и я от паники, сзади все меня бьют. Не, ну выглядел, конечно, это... Садись. Ой. Так, так, оу, сели. Так, ну донести это точно не вариант, поэтому лучше да. Перебить. Это такие, главное, что не боссы прицепились. Да. Так. Давай быстренько. Отлично, да. Пожалуй, мы их согрели в большом количестве, нужно уже уматывать. Так, 105 метров. Вот сюда, да, прямо? Да, в принципе, да. Ну, если по карте, вот смотри, сейчас я даже гляну. А, ну, так. Да, мы уже тут, мы уже. Да, мы на месте. Я, кстати, даже помню. 40 метров. Главное, чтобы сейчас мы приехали и наших перебили, потому что могут, да, еще такую сюжетную линию показать. Ну, да. Так, я сползаю. Я надеюсь, мы правильно. Что, берем по одному. Ага. На. Так, 20 метров. Нет, все-таки живы. А, и сейчас еще забор. Еще нам говорит, ты живо сюда, представь, да? Да. Сами сидят, тут нифига не делают. А. Так, а тут как-то пойти можно, нет? Да, забор просто снять, да и все. Да ладно, пошли. Так, ты давай вот сюда, наверх, а я куда-то... Да, я сейчас наверх понесу. Да мне, в принципе, туда же вроде. Или нет? Так. Тише, тише, ребята. Я уже несу. Спокойно. Так, вот, есть... Установить. Есть, я установил, знаешь, оно как-то смотрится очень красиво. Так, они мне сказали, что нужно готовиться к обороне, то есть мы сейчас с тобой должны вместе... Так, новый уровень у меня. Смотри, тут динамиты даже вверху есть. Что-то, да. А, взрывающая мина, ошибся немножко. Перенесите пулемет на другое место, чё? Так, ну вот, смотри, есть. А, ну все, ща, куда нам идти? Так, не... другие игроки ожидают вас, нажмите. Так, ну в принципе я вот сейчас. А куда ожида... идти? Все, должны. А, так, подожди... а вот, нужно. Да, дверь открыть. Так, ага, тут выкачали воду? Нет, смотри, до сих пор качают. Да они не качают, им нужно забрать пулеметы, да, да, да. Чтобы начать качать. Да. Охренеть, точно. Максимальная сложность. Ёлки-палки. А, ну да, что делать, начинаем? Ну что ж. Так, ну да, конечно же. Охренеть. Да, мы сейчас нам реально... Оу! Смотри, бери аптечку. Да-да-да. Стоять так. До конца. Естественно. Поехали. Я наверх или ты куда? Сейчас, заборчик, заборчик. Мы сняли заборчик, они ё-моё. Поставили. Так, я пока по курсу никого не вижу. О-о-о. Уже слышу. А я уже слышу, да. Так, ну очень громко, мы, пожалуй, должны кричать друг другу в микрофон. Слышишь, так? Ну да, это... Насос, конечно, вроде. Так, я уже сижу за пулеметом. Уровень воды, смотри. А, это нужно продержаться. Да-да-да. Так, смотри, я уже с воды выползает. Я, пожалуй, начинаю штурм. А можно стрелять с пулемета? Да. А как? Да, смотри. А, просто точно, так же, как точно. И пьешь, так и стреляешь.
Да не, я просто думал, что они ничего будут. Себе. Они себе просто стоят, ни хрена не делают. Так, только знаешь, еще в том прикол, что он аж по 1000 критов дает, то есть ты с 3 патронов уже можешь зомби убить. Это да. Же прекрасно. Так, есть, плюс 1100 опыта. А вы бы хоть что-то делали, ребята? Да-да, только командует. Есть. Давай. Сейчас, в принципе... Так, я и на твоем фланге помогаю, да, если да, у меня да. Пусто. Просто у меня тут куча. Так, у меня уже боссы идут. Да? Жирные. Ну, жирные это так, не сильные еще. Мясники вот эти. Так, у меня перегрелась карусельная установка, быстро перегревается. Его снова может будет пользоваться после охлаждения. Попробуйте периодически отпускать курок. Ага, я понял. Так. Давай, жирного убить. Есть. Знаешь что, мы еще будем, наверное, спускаться, ставить новые заборы, если они выбьют. Да, я тоже так думаю. Так, спокойно. 29 уровень, ну фигашит, знаешь, нормально забор, ну, уже да. Почти сломал. Так, перегрелся, кошмар. Меня... Ты можешь меня прикрыть на фланге, я забор. А у меня перегрелся, штурмы, я сам жду пока. Так. Твою ж дивизию. Все, поперли. Ща. Помоги мне, короче. Все, я поставил забор. Нет, еще один пришел, походу. Так. Вас, так. Конечно, ребята, очень. Кому-то говорят, понял, что типа помогите. Вот зомби залез. Но его забьют сейчас все. Ху, 3 полосочки уже прошли. Ну вот этих уровень воды. Ух, надеюсь, оно уже все восстановилось. Так, где же? Не, ну в принципе опыт это так хренище, знаешь, когда. Разберите пулемет и перетащите его на другую сторону. А вы что, ребята, палки. Прикалываетесь что ли? Чтобы снять. Удерживай. Так. Так. Я понял. Давай, я с одной стороны. Я с одной стороны, ты с другой. Да. А где они? Я что-то их даже не вижу. Так, 26 метров. Подожди. О, мы тут рядышком, да? Так, подожди, а где тут поставить? Нет, ё-моё, тут у меня не ставится ни хрена. А у меня ставится, но чуть не стреляет. А, вот. Чё у меня пулемет не стреляет? Они прорвались. Нужно что-то решать. Так. Я, короче, их вручную бью. Я то есть по нашему старому опыту. Да. Так, есть. Самый надежный способ, потому что эти пулеметы, фигометы, они все. А и что-то не стреляют у меня, прикинь, даже. Да, оно перегрелось, видимо, знаешь. И теперь нам придется это все вручную делать. Так, давай я попробую. Стреляют у меня или нет? Так, у меня тоже не стреляет, у меня крутится барабан, да? Да, у меня тоже крутится, но не стреляет. Так, смотри, да, значит, ставим вот новые заборы, если что, да? Смотри, сейчас перефигачим вот этих вот. Ага. Ёлки-палки, как же все громко, да? Да, ну... Смотри, один зомбик уже бьет. Все, давай спустимся, в принципе, да? Чтобы забор они не валили. Давай. Смотри, иди сюда. Сейчас, вот так я вот. Кинул молотова туда. О, здесь смотри, сюда. Что мы можем. Можно есть, я одного убил. Воу, тут вообще какой-то дикий. Так, ну я их отвлекаю на себя. Давай. Я не знаю, почему я стрелять не могу с этого. Оно перегрелось, как бы оружие. Да, настолько? Они мне писали. Ну да, типа... Не, там меня... же представь, да, какая сила. Да поэтому... не, у меня тоже перегрелось, но оно уже полчаса не стреляет. Но у меня то же самое. А почему? А патроны мы можем найти? Поищи, пока я их отвлеку. А, реально, тут пишет 0 патронов. Да. А где мы патроны найдем? А вот спроси их, значит теперь вручную. Походу. Так, все. Я пока отвлекал на себя, меня убили, поэтому я вот вновь в крепости нашей. Пожалуй, нужно, знаешь, еще забор. Так, а, тут забор невозможно на твоем месте, поэтому, ну, печалька, в общем. Так, Харлоу помогает, в принципе. Оу, так, есть. Мне достижение какое-то. Так, мне придется сейчас поставить новую баррикаду. Я поставил забор. Тут еще один, ты не понял. Там, где ты понял. Да не, я поставил там, где их куча было и пробирал. Так, тут босс, короче, зашел. Поднимайся на второй этаж, срочно. Какой, громила? Нет, толстячок. А, вижу. Так. А, вот это вот сегодня серия, да? Там еще один зашел. Вот это вот я понимаю. Да. Еще один сзади. Сзади. Так, спокойно. Ух, какой жирный-то, смотри. Реально патроны кончились.
Да, только патронов-то дело в том, что нету. Да, я не знаю, где их достать, если честно. Я сразу-то понимал, что патроны кончились, но я не думал, что вот так вот все серьезно. Да. А посмотри вот там вот в крепости, где насос. Давай я разведаю, вы пока тут, собственно, посмотрите. Так, возводите баррикады, мне пишут. Так, сигнальная ракета. А мы туда есть. Зайти не можем? Патроны. Не можем? Нет. Так, возводите баррикады. То есть что, они тут прорвали? Нет, пока не прорвали. Так. Смотри, почти выкачали. Нам нужно еще чуть-чуть продержаться. А ну смотри, я попробую пулемет. Да нет, патронов нет. Да, ну хотя бы воздухом, знаешь, так вот на них сыпь. Да. Так. А, ну что, в принципе, мы в полной засаде. А, тут, походу, босс, да, или кто, нет? Да, я одного убил. Так, да у вас настоящий талант, нам говорят, да? Я тут, смотри, за забором. Разберите пулемет и перенесите его на другую сторону. Нахренок, если у нас нет патронов? А чувак, возможно, можно где-то найти. Вот я тебе об этом и говорю, то есть... Ну да, но я чуть никак не могу найти, если честно. Так, ну ладно, я к тебе. Здрасте. Так. О, что-то мне эти звуки не нравятся, тебе как? Нету патронов, пишет ноль. То есть действительно нет патронов, я не знаю, где их нет, найти. Ну да, в принципе, самая проблема — это патроны. Так... Я сейчас на эту сторону, подожди. Вы, ребята, конечно, мы притащили пулемет, и вы тут стоите. А смотри, в этих ящиках нет? Нет, в этих ящиках нету. Они просто стоят. А смотри, прорвали забор. Нам придется сейчас поставить просто нить. Так, смотри, они просто прошли. Я знаешь, что сейчас хочу? Так, свалить с этого места. Так, есть, отлично. Я поставил забор, но все-таки босс прорвался. Сейчас он взорвется, по всей видимости. Оу, так. Но меня не зацепило как-то. Отлично. Еще две полосочки. Так, ага. А вот этот командир тут стоит, ни хрена не делает. Отлично. Ну, в принципе, все, кто внизу, они как-то, знаешь, помогают более-менее. А смотри, на первом фланге прорвался забор и вошел босс. Я сейчас постараюсь, собственно, это все возвести. Давай. Так. Оу, взрывается тут. На этот босс не сильно, что взрывается. Так. Оу, потратил только зря забор, они меня подбили. Но он вот возобновился. Так, сейчас, сейчас. Так, заборчик. Смотри, практически продержались, в принципе. Наверное, на последнюю палку. Смотри, тут какой босс. Тут вообще кошмар просто. Да, на последнюю вот эту... Так, я поищу пока патроны. Патроны для винтовки, патроны нет. Нам не нужна винтовка. У нас ее и нет. Да. Ну, в принципе, они мне тут предлагают, но мне же-то не нужно. Так, забор. Я сейчас принесу забор и поставлю его, собственно, на эту баррикаду. Или ты поставил уже? Да нет. А, чего тебе? Какой буйный-то? Меня бьют со всех сторон, я не знаю откуда. А он взорвался просто возле меня. Кошмар какой-то. Так. Ёлки-палки, так то, что нам патроны принесет-то. Ох, я паркур сделал, ты что? Я поставлю забор. Так, я тоже. А, это ты ставишь. Да. По таймингу сработали. В принципе, вот еще один прорвался. Босс, при этом огромный, ты только посмотри на это. А, это финальный босс. Да. Так. Все его убьют. Но, пожалуй, знаешь, я еще на всякий случай забор поставлю. Вот тут вот. Вы пока бейте. Так, отойди немножечко. Вот, отлично. Но теперь нас точно никто не побеспокоит. Нет, меня с одного удара убил. Так. Оу, парень, полегче. Так. Ничего себе, мы... Тут еще боссы прорываются. Толстяк есть. Одну третью. Я же говорил, что на всякий случай я поставлю, в принципе. Так. А, ну чё, давайте вот этого... Оу! Убил? Вы чё? Не-не-не-не-не, он меня ударил сильно. Давай ему руки рубить. Давай. Есть, отруби руку. Так, энергии нету. Он нас не бьет, потому что у меня отравленный вот этот. И видишь, он как бы нифига не делает. Отлично, значит, продолжаем, собственно, в том же темпе. Так. Тусовка. У нас, собственно, достижение открыто. Давай, значит, я еще попробую из пистолета его сейчас, смотри. Ага.
Отлично. Боеприпасы. У него и забираю боеприпасы при совсем, который выстрелил. А, то есть ты можешь бесконечно стрелять. Так. Вот, смотри, забрал, стрельнул, забрал, стрельнул. Так. Охренеть, много урона наносит. Да. Сейчас перезаряжу. Отойди, а то он сейчас башкой. Так, да. Так, все, можем добивать его. Так, подожди. Что-то я нечаянно забор взял, откуда он тут взялся. Кошмар. Так, все. Вот, патроны мои на стене нечаянно был промазал. Что, все? Так, в принципе. Нет, нет, смотри, уровень воды еще выкачивает. О, тут еще. О, так, давай я толстяка постараюсь. Ну, толстяк это, знаешь, не проблема, по моему мнению. Хотя. Так. Мне надо отдохнуть. Подожди. О, у меня динамит есть. Подожди, что ж мы тупим-то? Да, этого уже и так добить. Посмотри. Охренеть. Есть. Это 7 ты тысяч... меня убил. Да. Нечаянно. Время до восстановления 4 секунды. Но тут я понял, хотел его и... Так. Не понял, что это такое? Все, всех перебили, да. Нет? Да. Ух. 7400 мне дало, понял, за этот динамит. Подорвал всех, но всех спас. Шестая глава. Так, стоять до конца. Ну что, посмотрим, что там у нас внизу. Ща, я отремонтирую все свои пушки, а то. Кстати, все... то же самое, потому что у меня все побитые. Так. 15 тысяч вот этого. Да, так, тут мины есть. Тут же мины есть, а мы их даже не использовали. Да, кстати, тут можно было бы, наверное, купить бы, да? Чего? Уже. Ну, точнее, не оружие, а патроны. Да, можно сами... купить патроны, о. Думаешь? Так, ну думаю, да. Ракета, мина, бомба, шоковая бомба, оглушающая бомба, метательный нож. Нет, что-то я не вижу. Так, вроде бы все отремонтировал. Модернизировать можно. Ну что, мы можем залазить? Да, подожди. Дикая гвоздопистолет, конечно же, гвоздь канаба, да. Надеюсь, а, можно купить патроны в этого самого главного. Ну, видишь, я же тебе говорил. Ну да ладно, справились и так, поэтому. Аптечку можно купить. Специальные боеприпасы можно купить. Гарпун, гвоздепистолет. Так. У меня тут... Ух ты, ничего себе. Да, это точно. Вот это вот была бойня, как мне сказала да. напарница. Так, ну что? Ну что? Давай залезаем вот сюда внутрь. Да. Пошли. Кстати, аптечки возьму. Войдите в катакомбы. Так, воду, ну что, нажимай. Воду всю выкачали. А. Ладно, пора спускаться. А то еще чего доброго передумал. Я уже тут. Мы не знаем, что там. Будьте осторожны. Ну ладно, давай. Рация у меня включена. Будем держать связь. Вряд ли там рация словит. Опять максимальная сложность. Но знаешь, что нам дадут за прохождение миссии? Ладно, дробовик. Нормально. Так, ну о, так. Новый уровень, сейчас я прокачаю. Так, я тоже, кстати, прокачаю его немножечко. Умения. Давай посмотрим, что можно прокачать с умений. Так, выбор, да. Да, все прокачиваю я по порядку, все равно. Так, атаку на бегу. А, мощная размашистая атака на бегу. Задействуйте мощную атаку по площади, нажав. Так, во время бега, я понял. Кстати, вот я это. Прокачал что-то новое. Да. Так. Что, заходим? Так, ну что, давай, в принципе, заходим, да. Шестая глава. Да. Ух ты, катакомб. Ну что, в принципе, 30 минут мы снимаем. Ну ща, давай хотя бы загрузиться да. уже. А, загрузится, посмотрим как бы сюжет, если там что-то будет такое вот интересное, послушаем и уже будем завершать. Нет, все. Не знаю. Мне да. начинает казаться, что это была неудачная мысль, Харлоу. Ну что, завершаем вот тут темноту да. и на свет выбежим. Ребят, сегодня было очень жарко. Да. Фух. С вами сегодня все это время сражались Эдисон и Лефёст. Всем удачи и всем пока. Всем пока.